небольшая с инструментом, у меня сломался мой электрический инструмент, поэтому пришлось отобрать у сына вот маленькую эту штучку. Но на скорость не влияет, я думаю, на смысл тоже. Гляжу в окно я среди ночи. Стоит на площади шатер. Приехал цирк на нашу площадь. Горит огнями, как костер. И я иду навстречу чуду и слышу, как в ночи стучат шаги идущих отовсюду. Наверно, многие не спят и все подходят красно-желтым стенам таинственным шатра. И внутрь заходят поковерным путям манежного двора. Кругом снуют в костюмах пестрых. Никто не спросит про билет. На нас не смотрят, как на взрослых. Нас в этих стенах будто нет. Совсем казалось рядом прошли прекрасные юнцы, сверкнув непобедимым взглядом, непобедимые борцы. Шталмейстер объявляет номер. Смотрите все, сейчас на этом самом поле пройдет борьба во всей красе. Земных софитов мы видим яркие тела юнцов, играющих в убитых.
из неизвестной высоты. И клювом достает из лиц их, и рук их алые банты. И улетает с хищным видом,
она длинная, я дома засекал, она на 10 минут. Могу вернуться во втором круге, как бы еще, с одной такой. Ну давай, еще одну можно. А, еще одну можно? Ну да, конечно же, не такую, совесть у меня еще есть. Да. Медуза. Тут вот система микрофона. Чуть покороче. А? Чуть покороче. Не, она намного короче. Спасибо еще раз всем. Я надеюсь, мы еще сегодня увидимся.